на конкурс «Дети читают стихи». Здравствуйте, меня зовут Ратникова Екатерина, мне 17 лет. Я из красивого города Сергиев Посад и учусь в замечательной школе номер 11. Я с удовольствием хочу прочитать вам стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и немножко нервы». Скрипка издергалась и вдруг разревелась так по-детски, что барабан не выдержал «Хорошо, хорошо, хорошо». А сам устал, не дослушал скрипкины речи, шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушел. Оркестр чужо смотрел, как выплакивала скрипка, без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала, что это, как это. А когда геликон, меднорожий, потный, крикнул «Дура, плакса, вытри!», я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом пюпитры. Зачем-то крикнул «Боже!», бросился на деревянную шею. Знаете что, скрипка, мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются. Влип, как пришел к деревянной невесте, голова. А мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка? Давайте будем жить с вами вместе, а? Благодарю вас всех за внимание.